Образовательный центр «Созвездие» вновь принимает юных жителей Донецкой Народной Республики. Новогодние праздники здесь проведут 22 ребенка от 3 до 17 лет. Такие красногорские каникулы не столько для отдыха, хотя живущим в зоне боевых действий он, конечно, не помешает. В уникальном центре гости получат необходимую реабилитацию и возможность восстановить здоровье под наблюдением опытных специалистов. Хочется поблагодарить всех организаторов, всех принимающих сторону, кто задействован в этой, скажем так, акции, да, вот, для того, чтобы у детей возникла возможность хотя бы морально отдохнуть, также получить какое-то медикаментозное лечение, просто, ну, даже психологически, о том, чтобы дети не слышали эти взрывы, какой-то промежуток времени, просто побыть в тишине. Трехнедельный курс – это работа сразу в трех направлениях комплексной реабилитации. Медицинские манипуляции для восстановления физического здоровья. Победить недуги психологического характера помогут занятия с профильными специалистами, коими богат уникальный в своем роде центр. Приехали дети, получившие именно взрывные ранения, осколочные ранения, рук, ног, глаз, конечностей, дети, имеющие дополнительно какие-то хронические заболевания. 95% детей, конечно, это соматически ослабленные дети, то есть это часто болеющая категория детей, поэтому технологии общеукрепляющего и общеоздоровительного лечения, они в первую очередь здесь будут реализовываться, и спириолечение, и бальнеолечение, и посещение бассейна. И на медикаментозной терапии, я думаю, что это позволит многим детям поправить свое здоровье. А в преддверии Нового года и Рождества ребят ждет развлекательная программа и интересный досуг. Они посетят яркие представления, творческие мастер-классы и прогуляются по живописным аллеям музея-заповедника «Архангельская».